for Speed. Пару лет назад эта игра занимала первые строчки в мировом табеле о ранге — сервер Games Domain, на который ориентируются все — и киты-разработчики, и мы, простые юзеры. Еще бы, ведь геймер мог водить за нос буржуйских гаишников, ездить по встречной полосе, обгонять через двойную сплошную, устраивать аварии, а главное — нарушать скоростной режим. И все это на великолепных тачках типа Lamborghini или Ferrari. Шло время. Геймерам в один прекрасный день просто надоело ездить по одним и тем же трассам. Нужно было срочно придумывать что-то новое. Тогда и появилась вторая версия Need for Speed. Но, увы. Погоняв на новой версии, многие юзеры были страшно разочарованы. В ней не оказалось главного — возможности повоевать с полицией. Это и подтолкнуло разработчиков залудить третий вариант гонок, где хулиганские возможности первой части дополнялись отличной графикой, взятой второй версии. Итак, третий Need for Speed. Что же мы видим из окна машины, которая тянет на 1200 банкнот с фоткой Джорджа Вашингтона? Прежде всего, полицию, у которой на этот раз все схвачено. Полицию, имеющую в своем распоряжении наручники, дубинки, радар и мощное авто. Без сомнений, сердца геймеров растают от графики. День, ночь, дождь, снег — все предельно реально. Мало того, теперь вы можете лицезреть и прорисовку всех деталей зданий, деревьев и, конечно, самих машин. В игре имеется несколько режимов — одиночный заезд, турнир на выбывание и, конечно, мультиплеер. Самое интересное то, что вы сами можете стать полицейским и ловить нарушителей. Если вы избрали такую карьеру, готовьтесь принять во владение чудо-монстра, превосходящего по мощности все известные гоночные автомобили. В заключение скажем, что более реалистичного симулятора на сегодняшний день не существует, а поэтому разгоняйтесь до 200 миль в час и чувствуйте себя настоящим автогонщиком.